Всем привет, это у нас полторы бабки, но эти полторы бабки у нас стали необычными. Смотрите, у нас наконец-то в игре не ночь. Мне наконец-то удалось, и я замутил день. Вы не поверите, но у нас на открытом дворике реально день либо утро. У нас белое небо. То есть уже не тьма, а утро. Хотя вот эту часть дома мы не видим, но зато у нас белое небо. Чтобы на него прикольно было смотреть, я решил добиться конечной сцены с гильотиной. И посмотрим, как там видно бабку и как вообще всю сцену эту видно. Давайте сейчас будем, ну получается, разбиваться или на бабку нарываться всячески. Где-нибудь, может быть, даже разобьемся. Можно оригинально погибать. Так, можем даже с помощью канистры. Так, у нас тут нет на виду чего-нибудь интересненького. В принципе, да, можем дробовик собрать, себя еще взорвем. Всячески будем по-разному погибать. И добьемся конечной сцены с гильотиной. Так, нам остался курок и ствол. Ну, курок у нас бывает сразу в бардачке. Нет. Здесь у нас Weapon Key. Так, это есть. Ну все, я жестко нашумел. Так, бабка, смотрите, заметит? Ага, не заметила. Прикол. Так, куда нам сбегать-то? Наверное, ствол находится на втором этаже вот здесь. В принципе, ствол всегда либо здесь, либо у Мишки. Можно просто скинуть. А, давайте через эту дверь выйдем. О, реально работает. А, у нас не бывает курка на полках. Он бывает обычно всегда на видном месте. То есть... А, ну здесь-то... Его, наверное, не может быть. Здесь только ствол, да, бывает? Да, видите, там аккумулятор. Этот мод я выкладывать не буду, но я выложу потом... О, часть дробовика. Потом созданный мод. И сниму видео «Миф о секретной комнате 3». Там у нас будет сама бабка светлая. Без каких-либо теней. Дом будет тоже светлый на открытом дворике. И у нас там будет белое небо. Вот тот мод я выложу. А этот не буду выкладывать. Этот просто посмотрите. А то иначе будет целая мусорка модов. Из-за каждого элемента мод делать. Ой, ёкарный бабай. Я хочу по-интересному погибать. Сейчас мы возьмем ствол. Смотрите, он сливается с текстурой. А, спрыгиваем. А, не туда. Ну хорошо. Первую жизнь отдали. Теперь отдадим вторую. Но с помощью канистры. Буду себя взрывать. Можем даже как-нибудь взрывать себя с бабкой вместе. Но это не так-то легко. Она к себе не подпускает. Так. Бабка, давай иди сюда. Ой, она сейчас... Очень близко ко мне будет. Давайте откинем. Ничего себе. А так? Успею? Да, успею. Она очень медленная. Так. И? Закрываем, открываем. Она через нас проходит. Закрываем. Все. У нас уже сейчас будет собран дробовик. Прям на него прыгаем. Как тигр. На жертву. Так, что у нас здесь? Уже все собрано. Все. Теперь ищем канистру. Я пока еще ни разу не нашумел. Ой. Бабки тоже здесь нет. Так, канистра у нас вот на столе. Сейчас смотрите. Буду стрелять по канистре прям при бабке. Вот так. Она вплотную подойдет и вместе погибнем, так скажем. О. Так, давай. Давай. Не, меня не убило, прикол. Я же близко стоял-то. Ну хорошо. Пока бабка спит, прыгаем с третьего этажа. Обошел, прикол. И будем потом наблюдать сцену с гильотиной. Можно вообще выжить?
Скорее всего, вряд ли. О, кстати, видели? У нас за дверью выходной, самое главное, свет. То есть у нас вся карта стала белой. Сейчас, смотрите, покажу. Интересно, бабка еще спит? Вон, видите, свет белый. Уже не тьма. Вот это да, вон. Ой. Ну класс, так и должно быть. Так, у нас сейчас там четвертая жизнь. Еще осталось две отдать. И все, класс. Так. Да, канистру я, конечно, потерял. Это плохо. Но можем прыгнуть на бабку как-нибудь. Так, давайте вазу возьмем. А бабку разобьемся. Так, давай, давай. Не нашумел, потому что это у нас режим изи. Ну давай. Так. Смотрите. И на бабку прыгаем. О, слышали звук? Она меня еще убила в воздухе. Ничего себе. Что сейчас интересно будет? Я же типа убит второй раз. То есть она меня прямо грохнула в падении. Сейчас, возможно, тоже погибну, если встану. А, не. Жив. Так, давайте-ка еще раз кинем. Я успел. Так, бабка. Жди пока. А, все равно придет. Квази-то. Только видите, желательно вазу кидать-то. Вот так. Давай, давай, давай. Ой. Где ты? Где она? А, давай. Заметь меня. Странно. Да что ж ты, идиот? Ну падай, 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 падай. Все, конец мне. В воздухе. Нет, ладно. Давайте смотреть на конечную сцену. Так, пока небо не видим. Давайте смотреть, надеюсь, что будет белое. И... О, белое небо, ничего себе! Вот это да! Смотрите, нас бабка утром убивает. Нет! А, все. Реально убило утром. У нас получилось увидеть конечную сцену с белым небом. Ставьте гору лайков, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.